удивительный друг. Салам, брат, как ты? Ладно, пацаны, поехали, короче. Все. Блин, ребята, подождите, пожалуйста, сейчас быстро пописью, да, сейчас, пописью. Блин, братан, дай свою куртку, что-то холодно. О, брат, ты не влезешь, походу? Да ладно, Хаким, на коленке сяду, чего? Ага, все, погнали. Только 690 тенге, блин. Блин, братан, можно прилягу чуть, а то устал. Запарил, Джуниор. Может, хватит свои действия, движения вот эти включать? Я давно заметил, ты ко мне подкатываешь. В смысле подкатываешь? Ты что, гонишь его? В натуре, братан, у него девушка же есть. Да не, пацаны, вы не так поняли, по идее. Алкетта. Запомните одну фразу. Все будет, но не сразу. Ай, блин. Ай, аттанглет. Ай, айуанай, айуанай. Ай, пайпнджок. Айуан. Возможно, брат? Прикинь, оказывается, никакой болезни не существует. Только коронавирус. Прикинь. Все, что не болезнь, это коронавирус. Вот вчера мы в футбол играли. Кент у меня рука поломалась у него. Кость наружу вышла, прикинь. Открытый перелом, что ли? Открытый коронавирус, сказали. Потом вот настройки несчастный случай был, там одного мужика плитой прям смятку раздавил, жесть. Несчастный случай, да? Несчастный коронавирус, сказали. Вообще болезни нет, братан, да? А то, что вот мы, казахи, опаздываем, это из-за чего? Это не пунктуальность называется, это коронавирус, оказывается. Прикинь, что мы вовремя приходим, это все коронавирус. А, да? Да. У меня вот, смотри, вот, у меня такая проблема есть, как бы. Тоже коронавирус, кажется? Нет. Давай в ухо скажу, не могу. Говори. А, нет, это не коронавирус, это трипак, братан. Им 10 тысяч, брат, правда? Что, лечили, братан? Что с нами ходишь? Остальное все коронавирус, братан. Вчера лопнуло у меня колесо, тоже коронавирус оказался. Амхан, Зиндан и Рональдини. Задолбала меня эта работа, менеджер вот здесь стоит уже. Да говорила тебе, не надо в банк идти. Лучше пошел таксистом работать, там по деньгам так же, никаких боссов. Какое такси? Тебе надо что-нибудь для души, как я. Ой, Чина, во-первых, ты у папы работаешь. Во-вторых, вот этот термин «работа для души» был придуман бизнес-тренерами. На самом деле люди вкалывают, как проклятые, потом нанимают людей, чтобы те вкалывали за них, как проклятые, чтобы потом кайфовать. Чего ты хочешь сказать? Работы в удовольствии не существует? Егерь? Чё? Лучшая профессия. Платят мало? Мало, но природу любит. Один работает. Но почему не увольняется? Животных любит. Рыб любит. Не хочет, чтобы их убивали. Короче, ты пас, да? На рыбалку не поедешь? Не, не поеду, брат. Ой, сразу так бы сказал, черт, а ты егерь там, егерь. Ну еще жена не отпустила, пацан. Ой, да иди ты. Кечер. Ну, мне рыб реально жалко, пацан. Егерь. Привет, пап. Чудо-то, Джостер, ты что, куришь? Нет, это не мое, не в рыбне. Что это такое? Ты что, куришь? Я хотел тусить с друзьями. Чудо-то, ты... Запер дома, никаких денег. Сука. Че, нравится тебе, а? Нравится? Скотина такая, а? И ты балоса, весь в отца своего пошел. Может тебе еще водку налить? Сюда подтянусь вдвоем. Че гуляем? Ничего. Есть помилость, пацаны? Нету. Смысла нету, блядь. Нет, ё-моё. Черт, ё-моё. Чё это было, а? А, брат? Чё за фигня? Мы два мужика не могли же противостоять одному, что ли? Мы что, лохи, что ли, а? Да отпусти, брат, мы не лохи. Отпусти просто и всё, забудь. Мы не лохи. Мы просто люди, которые не любят негатив. Надо жить без негатива, брат. Отпусти это. Да? Пусть идет своей дорогой. Все хорошо. Без негатива, да? Да, брат, без негатива. Кстати, слышал, с нашей школы же есть Рус? Он же научную работу защитил, прикинь. Да, у него же дядька в министерстве работает. Вот что за сразу стереотипы, а сразу? Что думаешь, сейчас в наше время люди сами не могут... Эй, Рус в натуре умный сам, мы же вместе учились, красавчик, своим умом все добился, молодец. А он, смотри, он девчонку на джипе едет, что скажешь, а? По-любому, то Халка или Байден Газа. Вот так и знал, что так скажешь, а? И что, в наше время думаешь, девушка не может сама заработать себе на машину, что ли, а? Что за ярлыки вот навешиваете? Ой, тебе легко говорить, конечно, у тебя столько подписчиков. А что ты думаешь, это сразу мне столько, что ли, стало? Я тоже в свое время, когда-то у меня было 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч, я тоже работал, писал сценарий, снимал, КВН играл, сколько лет. Я вот до этого был официантом, барменом, риэлтором работал, на тойке, я с подносом ходил, вот так деньги собирал. Это все труд и любовь к работе, понимаешь? К творчеству, брат. А вон,
мальчишка на Бентли едет. Ну это мажор же это что? Мажорик, кто тазан? Фразы, за которые можно получить пиндюлей. Вы что, гайдё, а? Что делаешь? Да я всего лишь жастиком две бутылки пива выпил и сил. Что ты, раньше подмани. Кищ. Арнатик, что делаешь? Да я тут смотрю топ-20 сексуальных девушек Казахстана. А тебя здесь нет. Слушай, карантин карантином, а жрать надо меньше на пол ведра. Слушай, Дарюш, может, тебе вечернее платье в секонд-хенде посмотрим? Света нет. Может, щитовой сама посмотришь? А то меня в прошлый раз шибануло током. Тебя что, не жалко? Приснится же такое, а? Как приснит. Надо бы жениться вообще, надо. А че ты не женишься? Да это надо девчонку искать, знакомиться, свидание. Да блин, столько девчонок вокруг, посмотри, че ты? Короче, брат, мне надо на работу устроиться. А че не устроишься? Да это ж надо искать же эту работу. А че не ищешь? Надо вот стол сейчас искать, надо. Короче, брат, я понял, надо бизнес открывать, на себя надо работать. Ну а че не откроешься? Да это ж там юридическое лицо надо открывать, ИП, вот это все сложно. Ой, это все, ИП можно за один день открыть. Че ты тормозишь? Ну вот надо, Соло, надо. А, блин, что туалет охота. И что тебе мешает? Да это же надо ремень расстегивать, там идти.